Директор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов, отец Владимира Ильича Ульянова-Ленина, был обладателем швейцарских часов марки «Омега». Они хранятся в экспозиции Дома-музея Ленина. Карманные часы в XIX веке пользовались особой популярностью. В этот период в мужских жилетках появились специальные карманы на груди, приспособленные для хранения аксессуаров. У часов Ильи Николаевича медный корпус. Его стало видно, когда сошло низкокачественное серебряное напыление. Это говорит о том, что такую модель часов производили массово. У часов открытый циферблат, защищенный стеклом. Такие часы носились на цепочке, которой нередко прикреплялся ключик для завода механизма. Часы Ильи Николаевича Ульянова в 1960 году были обнаружены в сейфе его младшей дочери Марии Ильиничны Ульяновой в ее кремлевской квартире. В коллекцию Ленинского мемориала они поступили из Центрального музея Ленина 2 февраля 1961 года.